Всем привет! Это проект «Собака Палов» на «Эксперт КР». В пятницу 1 июля в Кривом Роге назвали победителей конкурса «Общественный бюджет». Все, конечно, замечательно и есть много хороших проектов, но меня интересует один вопрос. Почему так много в списке победителей ОСББ? Это что получается? За деньги всех налогоплательщиков города будут кому-то утеплять дом. Так а какую социальную или экономическую выгоду от этого получает город? В Кривом Роге зарастает травой и разрушается мемориал «Часы памяти». Об этом сообщает сайт 0564. Город начинает забывать своих героев. А помните, как все начиналось? 6 лет назад никто и не подумал бы, что до мемориала не будет дела. Куда обращаться в случае домашнего насилия? Днепропетровская облгосадминистрация открыла горячие телефонные линии. В статье 1 Криворожского отмечают 4 вида насилия – физическое, сексуальное, психологическое и, самое интересное, экономическое. Вот как раз на нем я бы и хотел остановиться. Хочу предупредить госадминистрацию – ждите зимы, когда люди первые платежи за тепло получат. Вот тогда у вас телефон красный будет. Как сообщает «Украинская правда», суд вернул Генпрокуратуре дело лидера сепаратистского движения в Украине Олега Царева. Мотивировали это тем, что в материалах нет подписи Царева, которая бы свидетельствовала о вручении ему подозрения. По мнению судей, это нарушает права Царева. Вы только вслушайтесь, нарушает права Царева. Вы обвинение почитайте, которое свидетельствует о совершении публичных призывов к насильственному изменению, свержению конституционного строя, изменению границ территории Украины. Ну, тут нечего больше сказать. Что? Выпускники Академии ФСБ России так хорошо отметили выпускной, что забыли, что они будущие секретные агенты и пренебрегли всем тем, чему их учили. Они устроили целый флешмоб, катаясь на гелендвагенах по Москве, а генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов вообще обвинил будущих силовиков в измене родине. Мне кажется, все нормально у ребят, просто они сериал «Физрук» пересмотрели. На этом все, дорогие друзья. Оставайтесь с проектом «Собака Палов», ставьте лайк и делайте репост. Увидимся на «Эксперт КР».